технически вплотную. А колени по мере того, как опускаются, они да, их наоборот приподнимают. Thank you.
Припадочный. И в обратную сторону. Хорошо, расслабься. Давай.
Значит, переходим. Все конечности. Вот делай, да, вот есть. Конечно. Начинаем работать. Стука, запястье, голова. Стою так, рукой не кручу. И с руками. Начинайте руку раскрутить. Движение передается. Чуть-чуть, пошли.
двумя руками. За первым. Ну что еще можно придумать? Все. 12.
все, давай. Поработаем. То есть, начинаю отдохнуть, а опять еще. Вот все это хватает, все это держит. Давайте сейчас на голову поработаем сначала.
То есть можно еще за волосы хватать человека, да? Ну там всем известно, как работает. Смотри, как схватить. Как схватить, всем известно. Руку, главное, что? О, дергает, боль, да, боль убрать. Первый момент. Сейчас и к себе в голове же прижать. Вот, если так вот держит, ребят, смотрите. Пардон. Видите, на вот. Видите, голову проваливаться не нужно. Поэтому я так.
еще правильно. Купи, выпал.
Давайте обкатаем. Вниз только. Можно отсюда делать? Ну, если он голову выкатывает. Обкатка головы. И по знаку вопроса. Второй тип опять движение пошло. Винь.
Да? Третье движение пошло. Назад зашли, подкат. Опять еще, давай. Опять подкат. Вот. Сбоку. Работает. Да? И последний, давай. И пониже. Да? Движение. Поработайте. На силу. Либо здесь начинается работа на голову. Видите? Получается, что давай. Снаружи. Опять движение пошло. Изнутри. Да? То же самое заводище. Спереди. Абсолютно. И сработали. Напоминаете, да? Центр. Ой. И точки вращения, чтобы его развернуть. Видите? Поворачивай. Диагональ. Давай. Работаем. Относительно, конечно. Учитывая то, что было. Спасибо. Продолжение следует...
головы. И на втором он так не потянет, да? Понимаешь? Вот так вот кнут на голову. Тяжело. Мышцы крепкие. Как только в голову сажают, мышцы здесь слабые. Плохо держат. Ты можешь, видишь, его приподнять, но потом дальше надо, видишь, подсесть и нагрузить его, чтобы он уже был нагружен и не мог двигаться. Один из вариантов. Второй вариант. Можно вообще проще. Четыре стороны. Бросок идет на четыре стороны. Так, сейчас мы уже как приготовим картошку. Немножко правда, да, правда. Thank you.
внимание, грязь всем телом. Не просто ложиться, а также движение пошло. Оп. Оп. Амортизация. Я все время стремлюсь внутрь войны, а он постоянно уходит и постоянно, что наружную сторону уводит. То есть первый упражнение, и потом это поработал. Прямолинейной плоскости создавать. То есть движение идет. Да. Уже не потоки. Уже не потоки. Ну, смотрите, ребята. Есть левая рука, есть правая. И вообще рука. Работает. Рука может быть. Сверху, ну, то же самое.
сверху, можно быть сверху. Выбрось его. Первый шаг. Раз. Смотри. На карте. Да.
нужно уметь брать ножи. Чтобы не вот так вот хватать на грани, а плоскость сватовать. Видите, вот так. Так можно, да? Вот. И здесь работаем. Подножку. Раз, два, три, четыре. В одну сторону и другую сторону. Это первое. И второе. Это обвивы наши. Покажу. Движение идет, да? Где вышел человечек. Спираль рука. Тем самым он начинает затягивать. Как выход из захвата? Не просто руками, да? А делают то, что не здесь делают, а направление ножа, да? Выжимая клавы. И руки делают, опять же, спираль. И сейчас, значит, движение прямое. На воду. Не рубите оружие туда. Точку приложи туда. К губу. Смотрите, ударил, рука отлетела, да? Значит, я должен быть как? Видите? Через подставку. Раз. Пульс. Середину. Два. Три. Вот так вот, смотри. А вот. Thank you.
То есть я не давлю на лезвие. Не режу. Если я давлю, то давлю только в этом направлении. Сейчас. Вот пока. Чтобы не порезаться. То всегда нужно давить на плоскость движения. И сейчас вот над этим поработали. Ребят, вставляем клин. Да? Давай, пошел. Чуть-чуть выше. Прямо начинай так снизу и иди прям до самого верха. Насколько сможешь. Вот сразу несколько вариантов показывают. Смотрите, закладываю туда же. Смотрите, что. Вот явно режет, да? Дай. Вкручиваем. Можно воздействовать на эту руку. Можно на ближний сустав. Можно на дальний. Можно воздействовать. Давай, переходи там еще выше, сверху удар, да? Можно бить, можно вводить на бросок, можно так внимание. Рычаги. Раз точка, два точка. Это может быть ниже. Три точка. Блокировка перемещения руки. Еще раз. Смотри, он бьет завалом на это плечо. Не туда, как было раньше, а вот сюда. То есть свою руку ломает. На это прием. Видите? Один сустав крутится в одну сторону, другой в другую. Значит, ребят, смотрите, работает, да? То есть, если говорить о реальной работе ножом, то вот такую работу вряд ли вы увидите.
очень строгое, он не хочет, чтобы в него попали. Поэтому он работает так же, как и другой терапевт. Он такой, стой, вот так вот, иди, и вот так вот, давай, иди, чего так вот, а я так вот, иди, давай, понятно, да? Поэтому не отсюда движение идет, а вот, вот он реально. Раскрывайте локоть, есть возможность захвата пальцев. Нужно работать с пальцами. Да. Вот он вверх, да? Шаг вперед, шаг назад. Даже не обязательно шаг делать. Открыть человек. Можно высекать. Смотри,
развивается. Вести на удар. Движение. Движение идет? Послай. Удар. 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 Там. Именно.
Видишь? Право. Опять одна точка, вторая. Все, здесь уже прихвачено. Здесь можно работать. То же самое спереди, сбоку идет движение. Ну нет, хорошо. Медленно делай. Движение не обязательно может быть только так. Хватит. Его можно. Пойди нога. Согнули. Крепко возьми. Вот так вот. Не всегда так можно согнуть. Какой нюанс есть? Вот сейчас опять перехватил плечо, сбили руку, ну тут точно, вот. Сбили руку, чуть-чуть дорогу, доработали. Руки разные, пасеки бывают. Опять.
Серьезно, давай. Если нам уже не нужно на эту точку давить, а нужно этерцинон, отпустили, выскочило, перешли сюда, надавили, отпустили, выскочило, перешли сюда, понимаете? Вот они. Это же уголки все. Вот он, раз уголочек. Кто перевели его? Уголочек. Прямо за этим.
Как крючочек получается движение. Раз, смотри. Вот он крючочек. Вот он крючочек. Он видит, вот он крючочек. Вот он сюда. Обратно крючочек пошел. Туда пришли точечка. Давай. Движение пошло. Вот, видишь? Удары по точке. Выдвинули, все. Опа, опа. То есть уже идет контроль. Дальше опять руку там сортируешь. Она уже привязывается к контролю. И вот сухожилие. Вот сухожилие подтянули, локоточек вверх вышел. Посмотрите, как это было. Все, оно уже готово. И опустили его на колено. Пошли. Давай. Работай палочкой, да? Смотри. Давай. Нет, нет, пожалуйста. Непонятно. Завязка, да? Срыв.
раз. Базовое движение. Опять же, не здесь проносить, а уже. Чтобы лезвие смотрело выше. Если смотрят так, так съездим. Смотри. Так лучше. Видите, постоянно идет нагрузка сверху, смещение центра и нагрузка сверху. И все это, если желательно, делать по знаку вопроса. Мало того, что блок там, товарищ, блокировал, что делал, еще и ушел. Два конца упал. Вот работает. Вот обкатка. Этим концом. Вот видите, смотрите. Видите, рука делает. Локоть, да? Чуть-чуть давит. Рычаг какой большой, ломовой, да? Движение дальше, чуть-чуть его увеличивается. И здесь вот усиление делается. Вот этим вот местом. Опрокидывается. Потихоньку. Контроль закрыт. Буду шею. Это я вам показывал.
То есть идет движение сразу. Вот такой урок. Как это? Второй конец. Вот почему он нужно отправлять? Смотри. Система тоже, что освобождение от закона. Thank you.
Туда продолжать работать можно, наоборот. Вот он, правда. Голову, правда.
Вдруг не то, я бы считал, или бы забегли, что туда. Значит, смотрите. Вот такой удар. Бог, да. Вот такой ручки. Вот она голова.
Не обязательно здесь бросок делать. Здесь, если нужно вывести человека, мы говорит, из строя. Вот, рука спираль делает. Тело тоже делает спираль. Прижали, руки вверх, поднял.
Когда на одной ноге он стоит, очень неустойчив. Можно руки закрутить, отвести в милицию. Медленно.
Раскрываем человека. Вот туда. Что здесь поможет? Контактирует.
Ступеньки я вот бью и не вытягиваю, да, смотри. Разворачиваю, и здесь вот доживаю. Ты гораздо проще. И сильнее получается движение. То есть опять вкручивание мы имеем. Опять закручивание, движение. Затягивание, сжатие в пружину. Своим первым движением я завожу себя в пружину для второго и для третьего. Все, достаточно плеч поднять. Вязнет. И повернуть немножко вот. У меня движение идет туда, но у меня вот должно мое смотреть туда же. На вас. Да? Да? Да. Вот опять вот. Вот там. Опа. И опа. Движение. Опять же идет его движение, да? Опять идет его движение. Опять движение пошло. С руками не работает. Удары твои. Вот такие удары. То есть элементарно вот так делается. На первом, на втором делается прием, сжатка с моим входом. Не важно, сюда, сюда, нога двигается, как сюда, так и сюда можно вращаться. Там примерно одинаково крутится, да? Смотрите. Повыше движение. Видите? Тормоз идет, пардон. Видите, тормоз, да? Вход. Затяжка. Вот. Получается угол, в котором удар должен гаситься. Здесь удар. А в принципе этот удар может. Мне-то ногу надо ниже поднять. Цифик вот работает. Видите, вот удар может. Смещение осинки. Обязательно. Вот. И к нему. Ему он уже длинный удар не сделает. Так, так, смещение оси. Он начинает двигаться. Первое. То есть если я буду, вот он его убью, я буду так. Если рука слабая, даже если техника есть у человека, он может не выдержать пассивно. Но нормальные это самые сухожилия, они дают возможность выходить из этих захватов. То есть если расслабить руку, ну, да, не если, напрягая не ее. Напрягать ее, то есть не создавать и идти по движению. Напряжение, да. Если даже очень прижали, что некуда вы будете, смотрите, стоите.
разбалансировка существует. То же самое любой захват, то есть любой сустав должен выдерживать определенную нагрузку. Вот этот, да? Даже вот еще, чтобы не задушил. Еще раз. Давай, забыл. Да. То есть это... Нет, еще раз. Ага. Ложимся. Угу. То есть идешь в кадр. Если я просто на месте буду вот так вот, то порежешь. То есть должно быть достаточно резкое движение всем телом? Ходить нужно. С какой скоростью он работает, с такой же скоростью нужно и работать. И вам тоже. Thank you.
Давай.
горизонтально зайдите, увидите, как что движение. Видно. То есть если чуть уменьшать движение, у него пойдет. Поехали. Thank you.
Ой. Ну так вот. И потом идет следующий. Давай. Если цепь чуть покороче, делай это. Тут уже нужно работать человеку. Здесь, к сожалению, медленно уже трудно сделать. Угу. Здесь на скорости проскакивает. Тут вот та сторона интересная. Сейчас. Отсюда выход. Сначала момент. Конечно, здесь получается уже со сбросом к цепи в него, поэтому очень такое раскручивающее движение в обратную сторону. Очень мощно. Вот, ну, конечно, есть. Давай. Ой. Понятно. Ты хочешь правильно. Две различные зацепы на грани. Немножко пожестче подним зубы. Еще раз. Так, сейчас. Да, поехали. Сейчас типичный случай был на карте на меня. То есть он не на себя рвал, а вперед пошел. Thank you.